Борьба за жизнь идет, за выживание. Кипит все на грешной проклятой земле, себя на расплод непременно оставить, и нет ничего, что в победе милей. Грызут и бодаются в отчим гнездовье друг друга, в бифштекс превращают успешно. Хитрее, быстрее, успешнее подловят. И все до того, что Адамушка грешен. Борьба, бормотание, поносные склоки, рогами, копытами давят слабейших. В крови захлебнется усатенький клопик, ферзем возвышается лыжная пешка. Борьба в политической сфере, в идейной, столкнуть в экономике всех конкурентов. И все в пересчете на новые деньги. Как многое здесь остается секретным. За власть претенденты дерутся и травят, спешат оскопить, ослепить и потомство. Судить победителей больше не вправе, и в лике святых прорисуется просто. Тиран Иоанн под кровищей грозной рисуется с нимбом, где выпрут рога, а канонизации бредят серьезно, а кто не согласен, тех будут бодать. Спешит с перестройкой к истории смрадной. Инвесторы-инвесторы лгут без умолку. Мирские приемы в святую ограду отправил библейских повсюду осколки. Борьба между светом и тьмой непрорубной, где правда и ложь, дуэлянты по списку. Сумей не споткнуться, хотя очень трудно, толпа лизоблюдов не даст тебе пикнуть. Борьба за погибшие души не гаснет, за Слово Христово, Его чистоту. Но вслед за Голгофой победная Пасха. А за победы вся слава Христу. 13 февраля 2008 года.